и аудиторию лишний раз доказывает, какое российско-армянского диалога, улучшению делового климата и укреплению взаимодействия на добрососедство. Этот мощный консолидирующий фактор обеспечивает большие возможности для раскрытия потенциала Евразийского экономического союза. Уважаемые коллеги, дамы и господа, перед тем, как приветствовать вас, я хочу поблагодарить Максима Юрьевича и его лице всех членов правительства Российской Федерации за ту заботу и участие, которые проявили они сегодня в связи с трагическими событиями в Беслане. Огромное вам спасибо. Мы очень тронуты вашей заботой и отношением. Я реально рад вас приветствовать в одной из древнейших столиц и городов, в городе Ереване. Не знаю, насколько вы осведомлены, Еревану практически 2800 лет. Он старше порядка на 50 лет вечного города Рима. Здесь у нас есть пригород Шенгавит, которому 6000 лет. Это тоже, на самом деле, поразительная цифра. На 1000 лет старше и больше, чем пирамиды Хеопса. И, знаете, одно из самых отличительных черт моей нации – это безмерное чувство радости гостям и обостренное чувство благодарности друзьям. А так как вы здесь находитесь, значит, вы друзья и гости нашей страны. Я реально очень рад, что уже пятый армяно-российский форум происходит. Эта площадка однозначно полезная, когда встречаются коллеги, друзья, люди, одинаково думающие, находящиеся на одной волне, для того, чтобы найти оптимальные решения, поделиться опытом, создать предпосылки для развития бизнеса. Несмотря на высокий уровень отношений армяно-российских, я думаю, что у нас просто беспрецедентный большой потенциал для его углубления. Международные интеграционные процессы, которые происходят, евразийское пространство, только этому может помочь. Я рад приветствовать и участников Международного евразийского форума. Арашевич, спасибо вам за вашу работу. И очень хочу пожелать вам плодотворной работы. Точек соприкосновений много, не буду перечислять, вы лучше меня знаете. Очень рад тому, что есть преемственность, что есть уже люди, которые присутствуют на всех этих встречах. Это говорит о прочных деловых отношениях. Ну и кроме того, чтобы у вас были бы успехи, результаты, я вам хочу пожелать, чтобы вы почувствовали бы чуть-чуть Армению, культуру Армении, историю. На эту тему я могу говорить много, не хочу вас отнимать времени. И приезжали бы к нам. Успехов вам. Всего доброго. Слово для приветствия. Сложенный кодекс – это единый свод правил внешнеэкономической деятельности участниц до 1/7. Внешнеэкономическая комиссия работает над тем, чтобы на всем пространстве Союза создать электроэнергетики, газа, нефти и нефтепродуктов. Один из важнейших документов повестки комиссии задействованы с целью обеспечения принятия таких норм, которые бы максимально поддерживать и стимулировать товарные.